Нет. Просто ваши знания... Вы настолько честолюбивы. Знаете, на кого вы похожи с этой дорогой сумочкой и дешевыми туфлями? На деревенщину. Отмытую, суетливую деревенщину, лишенную вкуса. Хорошее питание пошло вам на пользу, но вы наверняка прямой потомок белой голодьбы, да, агент Старлинг? И этот акцент выдает в вас уроженку Западной Виргинии. Кто ваш отец, девочка? Уж не шахтер ли, провонявший углем? И когда местные парни тискали вас на задних сиденьях машин, вы мечтали лишь об одном – сбежать оттуда, сбежать куда угодно. Выбиться в люди, попасть в ФБР. Вы проницательны. Но хватит ли у вас духу направить свой талант на самого себя? Взгляните на себя и запишите то, что вы сможете увидеть. Или вам страшно? Как-то переписчик стал приставать ко мне с вопросами. Я отведал его печень с тушеными бобами и чудным кьянти. Лети назад в школу, крошка Старлинг. Лети, лети, лети.